Ты без артефактов, как обычно, шел. Ничего неожиданного, ничего нового. Я зря это сделал. Возможно. You shall not pass. Вот тут, кстати, приятная тема тоже. Похоже, действительно это зря сделал. Отличненько. Очень хорошо. Ёб твою мать. Чё такое, недооценил кого-то? Ну, как обычно, хуйню делаю какую-то. Темпуешь? Темпую. Что-то все не... Клёво, что ребят. У вас тут топчик. Оу, Шатал я эту сессию, а контент хороший, качественный, заслуживает вознаграждения Кригасом. Блять, он без книжки еще раз, сучара. Разгончик оставил братишкам. Короче, Тант, блядь, ты не в тему здесь, иди нахуй. Ну, предположим, я закончил. Поздравляю, Андрей. Спасибо. Кекс, а где бабки взять, как думаешь? В утопках. Точно. Обращайся, Андрюх. Да, спасибо. Так. Кстати, ты видел новый патч на Хоту вот, выходит? Кстати, папашка. Там, мой короче, новые юниты будут лепрекон. Лепрекон? Нейтральный. Да, нейтральный юнит. Найс. Так, это интересно. Чего перестали одновременными ходами? Потому что все время пришло.
Ну ладно, я пошел. Что-то меня увидел? А, не. Ясно, кек. Так. Не, ну это хорошо, ребят, это хорошо. Так, блин, забыл, что вернусь. Ну просто не берется этим героем. Так, ладно, что я думаю-то тогда, собственно? Что я тогда, собственно, думаю? Просто этим героем это не берется. Так, так. Кто там кони, да? Так, так. Ну и, наверное, как-то так. Тройка не берется. Двойку бы, наверное, взял. Блин, тройку что-то сыкотно, ребят. Что-то сыкотно. А вы помните, что я говорил? А вы помните, что я говорил, ребята, об этом? Так. Так, этому герою, наверное, иты мы пока передавать не будем. Едем сюда. Этим героям возвращаемся. Этим героям сейчас будем собирать. Спирт огня, да. Итак, о чем можно вообще сказать по поводу этой раздачи? Ну, не раздача, а ситуация сейчас конкретно. У меня есть замок,
в центре. У меня есть, блядь, три нычки ангелов, поэтому мне, в принципе... У меня есть Гунар, который еще не прокачан, поэтому особо ломиться мне куда-то, по-моему, вообще никакого смысла нету. Гунара, наверное, я бы предпочел все-таки не книжку здесь брать. Хотя можно подумать о том, чтобы взять книгу здесь просто. Хотя подождите-ка секундочку. Знаете, что можно вообще сделать? Этот парень все равно сейчас без маны будет. Просто из него уже сейчас сделать ложка. Условно его отправить на разведку. Он в хорошей позиции сейчас. У него есть лого. Правда, его, конечно, жалко, если убьют. Вот, а там, скорее всего, его убьют. Там ничего хорошего не жди. Ну, Тамика без разгона. Стоп, без разгона 1900. Что за херня? Ладно, не суть. Вот, а этим молодым человеком... А, нет, стоп. Ранлу нужно сначала еще крылья взять. Как раз потратить последнюю ману. Отдать последний хаст. Вот, тогда, в принципе, Гунаром можно брать вот это дело. Улик тоже. Но ему нужна книжка. Ему нужна книжка, ему нужно замедло. Замедло есть здесь. Теоретически можно попробовать построить здесь, конечно, ГМ, но... С другой стороны, неплохо было бы уже... Так, что по таймеру? Нормально. Андрей, ваш ход. Да, спасибо. Теоретически неплохо было бы начать отстраивать. А, как раз ГМ нужен. Ну, давайте тогда смотреть. ГМ и замедла нету. Жаль. Очень жаль. У Гунара сколько? 2800. Отлично. Так, чё? Значит, сначала мы птиц тогда берем. Anyway. Так, надо продумать, ребят. Вот это бы забрать, вот это. Хотя тут... Вот это хотя бы забрать. Потому что и это сбегать забрать. Я заход все равно сегодня успею. Не, не сказали, Владимир. Блять, 121 дэмэджа, здорово. Все равно хаст придется тратить. Не, ну он точно нахуй идет своим. Ну, мудрость я возьму, лошок будет неплохой. Так, от этого товарища нужно качать начинать уже. Вот артефакт богов. Хотя, может, на коне его оставить. Да, так и сделаем. Константинов тоже скоро можно будет вообще выкинуть. Ладно, мистер Ранлу, всего наилучшего. Интересный центр. Это будет... Ну, бля, чародеев я точно бить не буду. Где Кирилл, не ясно. Как качать... Где... Блять, у Гунара, кстати, уже там статы поприятнее будут. Как качать Гунара? Кстати, хотя с тактикой жрицы-то отлетают в порядке. Девятое. Там все добегут. Сейчас расставим, правда, нормально. Так, стоп. Как так? А, вероятно, просто они первые ходить будут.
Сейчас, внимание. А что он не хочет? Ну ладно, не умею. Но я постарался, я попытался хотя бы. Так, ладно, этот сюда, товарищ. Следующий. Первыми ходить кто будет? Неясно. А, ну то это сюда, в принципе, должно сработать, хуй его знает. Восьмая, типа седьмая. Держите, суки. Так, ты же не сдох? Вроде нет. Теоретически есть вариант, где я отстраиваю ГМ. Нет, пизду, я лучше землю возьму уже. И... Да ёб твою мать! Почему... А, пиздос. Так, ладно, Тамика за ангелом. Количество ресурсов. Чё там я хочу отстраивать? Каких архов, блядь? О чём вообще речь идёт? А, какие 2500? Все 3000 нужны. Стоп, а может кто-то подзаработает? О, молодец. Кто-то ещё должен подзаработать, по-моему. Хорошо, что я архов не стал бить. Это бы плохо закончилось, чую. Так, одного ангела, наверное, надо взять. Ладно, что мне с Гунаром делать? С Гунаркой. Чё, и Тамика типа на Ангелисе хочет поиграть, да? Ладно, Гунар. Так, стоп, на Ангеле. Точно ли я хочу на Ангеле оставлять? Блин, а чё, нет? Ну и тогда в эту утопку полезем. Там щит хотя бы есть? О, отлично, есть щит. Это же здорово. Так, чё по мувам? 3 сотки, 10 маны. Хочу ли я восстанавливать? По-моему, поебать вообще на 10 маны. Но разгон я хочу, по-моему. Так, ну кекс, по идее, там не ворвется, меня не отовнет. Внезапно-то так. Так, ну и чё, можно под эту утопу встать, хотя у меня есть подозрение, что я буду бить каким-то мейном. А, сейчас следующий ход же еще ангелы будут. Прирост. После топа, может, как раз все и возьму. Кирилл, ваш ход.
Благодарю, Андрей. Благодарю. Господи, их стало 50-99, то есть их 50. Да пошли они к черту. Тогда. Андрей, привет. Сегодня так, будет расстановочка лето. Пошла. Птичка нашептала, что на острове где-то есть бункер, и в бункере творится. Да, офигенная расстановочка. Только для начала надо намутить ключ-карту и два. И без... Ой, что я делаю? Удачи и веселые игры. Спасибо большое. Вот после героев планируем в лес с Жарном пойти, если там он еще не съехал с темы, но по идее нет. Да, да, здорово. Так, а теперь собраться. Собраться вот теперь. Так, бежим сюда, короче. Опа, видали? Так, украли тут все по-тихому. Так. Смотрим. Ну, кстати, тоже неплохой парень. Мясной, конечно, если не будут за в терминологии. Так. Это, наверное, вот так вот отдадим. Блин, хороший парень, не хочется с ним прощаться. А вот с этой попрощаемся, я думаю. Айней, айней. Так. Так, это бежит сюда. Тик-тик-тик. Ну и все, блин, ребята. Сколько нам тут надо? 10-10. Тут вообще ничего не надо. 5-5. Двадцатку можно. У нас, кстати, поставить. Какой-то центр странный, я тебе могу сказать, Екс. А что с ним? Ну... Короче, у нас разделенный центр, судя по всему. Ну, каждому свой. Нормально, что. По-братски. Но он-то не знает, что я уже нашел крылья. Так, ребят, чего еще мы берем? Получается 18. Наверное, надо вот это взять еще. Ну и все, блин. А вы что думали? Кстати, таймер-то в говне уже. Надо продумывать заранее действия. Цепочки там, сходки. Так, это что? Да, прикольно. Это травка. Так. Ну, вот тут Кирилл находится, судя по всему. Вот у него здесь выход в ГО, у него там кусок ГО своего. Можно, в принципе, сейчас, если я перелечу, посмотрю топку. Блять, а нет, я Кирилл надо забрать брать уже. Из этого никак. Ну и все, собственно, погнали. Вот это будет ёбично. Хотя, секундочку, он может быть сейчас на этой топке. Такс.
Такс, 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 такс. Так, ну это нормально. Это в норме. Так, этот пройдет отсюда и вот здесь даст. Этот отойдет. Ага, так, нам надо бить тогда. С этой. Так, этот получается бьет. Это дефится. Ёптудей. Она ж последняя ходит. Ее надо было первую двигать. Да, вот так вот. Мисклик. Мисклик. Блин, ну где все мои шкалеры-то, сука? Тут без замедла как-то так. Некомфортно себя чувствую. И без артов на СП, сука. И без ТП, сука. Без всего. КГ. Я проиграл, не хочу это играть, КГ. Ну не сейчас, братан. Не сейчас. Так. Теперь сюда мы идем. Так, здесь. Thank you.
Oh, yeah. Царь, когда уже будут обещанные генералы, например, 2 на 2 ядерную боеголовку тебе, Ванус. Слушай, а ты дело говоришь, кстати, 22 сантиметра. Спасибо тебе за поддержку. Кстати, еще БМО за бро закидывал 650 рублей. Спасибо тебе огромное. Я что-то и не заметил даже сразу. Удачи в сессии. Так, ну все, пошел ход. Работаем. Значит, насилие в замках выросло. Отлично. Зомбачки. Идите нахуй. Вот так вот. Вот так вот. Пускай так. Так. Вот. Так. Так. Вот так. Не, ну почему покачаемся? Вы что, охуели? Почему вас так много? Уроды. Hello. В рот, блядь. Плохо. Слушай, а сколько у медуз скорость? Так, я тут, у медуз, по-моему, шестая скорость, но я сейчас перепроверю. Грейжиных? Не грейжиных пятая, у грейжиных шестая. Угу.
Хотя не или нет, даже сейчас скажу. Да, все правильно, 5-6. У меня чё? Ещё? Чё? Где? У тебя башня за троглами. А, вот. В натуре, пацаны! Ёшки. Ой, извини, сейчас замьюсь. Ну, у сатиров какая, ладно, на всякий случай вот так сделаем. Хотя, стоп, у меня же минус... Это, по-моему, лишнее. Ладно, блядь, на всякий случай. Говна еще похаваю плотненько. А, так я в любом случае могу забежать. У меня же тактика есть. Я ж тактик не ебаться. Своевременная разведка, хотя... Блять, почему я не хочу себе сделать просто одну блядскую единичку? А, у меня есть они, слава богу, как же я хорош. Так, по идее не сдохнет. Хотя, вторая защита. 6, 10, 14, 21, нет, с хорошей вероятностью. Нет, не сдохнет, не сдохнет, не сдохнет. Вот этим забыл.
Надо быстрее уже начинать ходить. Блин, даже на спешл не хватит. Ладно, блядь, зарабатывать деньги тогда. А, Атлетич сначала потрейдился, потом. Все грамотно очень. А, ну 10 минут даже еще осталось. Так-то норма. Кстати, Кекс, не хочешь как-то в генералов поиграть? Тут мне кто-то предложение такое сделал интересное. Генералов? А мы играли, да, в них уже? Да. С инмейтом когда еще? Ну, инмейт задрот, правда. Но я бы побахал, на самом деле, прикольная штука. Там тоже можно... Ну, как здесь можно? Да мы, блин, настолько всего хотели поиграть. В этот хотели поиграть. В эпоху Империи что-то один раз сыграли, забили, хотя довольно нормально поиграли. Ну, да. Можно, можно. Так, а чё я сказал, как я буду брать? А, я вот так вот подниму. Вот так, да? Так, тут есть ещё взять полезного? Вот этих можно взять. Ага, а чё? Ну-ка, руки прочь. На, сука. Как же приятно 70 циклопов стреляют, Андрюх, я не знаю. Да. Да, конечно. Ну ладно, я угораю, ты что, поверил? Семьдесят воздушек я имел в виду. Прощайте деньги. Так. Все, ребят, где-то были деньги? Не слышал. Не слышал никаких деньгах. Какой, блин? Носк! Носк! Изи бабки. Так, ну и потихонечку, не торопясь, бежим туда. Тут берем, и потихонечку, не торопясь, бежим сюда. Тут берем, и потихонечку, не торопясь, бежим сюда. Так, 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 так. Что-то слушай, по пути а из забрать? Городских ворот то, что этот самый... строение из них можно телепорт, ну ты на выбор из них телепорт делаешь или к ближайшему городу? По-моему, на выбор. По-моему, тоже на выбор. Надеюсь, что это так.
Готово. Готово она. Прямо под замком. Каким замком? А, ну ни хрена себе, это прямо под замком? Ты серьезно? Во-первых, как бы, то есть это раз, два, три, четыре хода от замка. Ну нифига себе, прямо под замком. А если по дороге, то еще больше что-то бегает. Вот из-за того, что, блядь, я забежал сюда, не хватило мувов, пиздос, как я обосрался. Я же сейчас просто не доведу нихера. Ёбаный в рот. Охуительно. Да, прикольно. Вот, блядь, нужен был мне этот ангел. Ну что ж, в таком случае делаем? В таком случае заходим сюда, берем знания. Вот так вот. И уже пешочком подхожу под взятие. Ладно, следующий ход все равно будет адекватный, в принципе. В принципе, конечно, не сильно много я из-за этого просрал. Стоп. А как я, блядь, собрался подводить в этот ход теперь? Ёбаный в рот. Так, ну этот товарищ, по идее, с ботинками, она на конюшне. Нет, на конюшне, в принципе, нормально. Я смогу привести к замку. В замке я тогда выкуплю героя какого-нибудь. Вот. И герой, по идее, почти что принесет. Там за малым будет. Ну, короче, проебываются мувы. В любом случае. Благо, это хотя бы Гунар. Надеюсь, что в утопке будет что-то интересное. Иначе... Блин, значит, дерьмо. Потому что у меня сейчас... По сути, единственный вариант, это я беру эту утопку, потом порталюсь сюда,
пробиваю ГО на болото. Как вариант неплохой, достаточно дать какую-то армию некру, парочку некров, некрам. Вот, допустим, раз эксперт, плюс сам ранлу здесь будет тусить. Вот, и идти просто, наверное, некрить. Правда, некрить на болоте — это фантастический пиздец. Ладно, некрить, не некрить, хотя бы разведать нужно. Захватить замок болотный, отстроить там уток, загрейдить их в идеале. Вот, и искать утопы там, потому что по артефактам у меня полное дерьмо. У Кирилла, скорее всего, все намного лучше. Блин, еще хочется есть. Нужно будет что-то заказать. Так, можно посмотреть там, может быть, 11-1. А, это мои статы, кек. Если у Кирилла нету статов, ну, я сомневаюсь в этом. По идее, должны уже быть 3-3-3, блин. Проблема еще в том, что я, как обычно, без просмотра земли, я не могу знать, что вообще происходит. Чё-то кекс чувствуется тяжко мне будет тут. Так, что там у тебя, Андрей? Ну так. Сильный центр? У меня маленький центр. У меня супер мелкий кусок центра. У тебя большой? У меня огромнейший. Но я его пока не видел. А может быть и видел, а может быть и нет. Не знаю. Но жаловаться не буду. Ты статы мои видел? Нет, а что ты? Ну ладно. Короче, я понял, все плохо, значит.
Так, ну я же про Бьюверс. А, я же Итому взял. Хотя 150 это 3 вампира с одной стрелки. Вообще изи, по-моему. Сколько их тут? 2 раунда я просто вэчусь, это минус 6. Блять, не, вообще... что я делаю, ёб твою мать. Можно, кстати, сюда сбегать. Ну я вижу, как центр вообще это растянут, интересно. Как будто он очень большой на самом деле. То есть я вот с этой стороны вижу. С этой стороны, получается, он вот еще до сюда доходит. Ой, кстати, ребята, подождите, что это такое тут валяется? Вы же знаете, что это такое? Помешало бы еще вот так, наверное, сделать изначально. Дебила, кусок дебила. На. А может сюда, кстати? А, их стало больше. Ну как же я, конечно, нафейлил этот пиздос. Так, твои статы, ты говоришь, посмотреть? Ну, нормально, но вроде ничего супер жесткого. Это лошок. Ясненько. Блять, я так обосрался с этими сейчас мувами. Вот это вот столько въебано, просто пиздец. Ну, в этом... На этом въебывается ход. Ну, я тоже быстро хожу. Ну, зато таймер у нас, заметь, солидный. Правда, мы уменьшали чуть-чуть его, но... Фаермаг. Так, а что это такое? Говно. А, это кольцо, которое не дает воскрешать, по-моему. Где оно? Его даже тут нету, я не знаю, что это такое. Ну, по-моему, которое воскрешать не дает. Говно, короче. Блин, нихрена я ненормальные мувы делаю, короче. Очень посредственно. Интересно, они там. А что-то я не пойму, ребята, кто-то знает в чате, где описано это вот сет Огра, во-первых, вот это кольцо, это где эти итемы? Почему тут их нету? Вилку Андрей, тоже заберем. А чем тебя не устраивает утиный замок справа снизу на твоей земле? Вилку тоже и заберем. Спасибо тебе за стрим. Так, погнали. Первым ходим вот этим. Спасибо большое парнем. За поддержку. Блять, кстати, да. Чем меня не устраивает? Да ничем у меня не устраивает. Я просто его не взял, кек. Так. Ну сейчас уже бежать смысла мало, чисто чтобы уток заградить. Я по идее этот там возьму. Парень у нас получается сейчас вот передаем сюда. Вот я как сюда. Бы еще взял просмотр земли. Нужно теперь какого-то мужичка с землей туда разбить, наверное. Так, все верно. Кто у меня может это сделать? Так, Тамика. А этот? Тами куда качать надо? До земли еще. Гунаром лететь туда без... Надо ли нам сюда забегать? Что у нас есть? У топа есть? В целом неплохая. Раз, была два. Скорость. Шлем. Да не надо, наверное. Погнали. Сфера. Ну, сфера мне пока вроде не очень нужна, хотя... Ну, это очень полезный артефакт. Посмотрим, смотря что я получу вообще в будущем. Вот. Появились деньги, чтобы построить значит, что? Портал. Значит, хотя нет, как? Относительно, не хватает ресурсов.
Этот стоит. Короче, правильно. Не знаю, мне что-то совсем этот не нравится. Стоит правильно. Это правильно. Я здесь ебал очень много мувов. Да, все. И я не могу попасть просто-напросто к Кириллу. Let's go, boys. Ну, на этом полное говно. А ты этот в центр только бьешься? Нет. Понял. Ну, я, короче, кекс. У меня армия-то нормальная, но я, можно сказать, в говне, потому что я не могу вообще попасть на другую сторону центра. У меня вот маленький кусочек буквально центра. И все. Ну, надо что-то другое тогда чистить, Андрей. Ну, надо, я тут пытался, почистил, так сказать. Эй! Ни хрена замедлил, называется. Валим, пацаны. Давно смотрю тебя. И на просцене всегда болел. Так. Хотелось бы играть с вами иногда, Теодору. Но понимаю, Теодору, что нет возможности. Просто дай добегает Бог тебе сюда, и твоей, да, семье здоровья. Спасибо большое. В она, значит, 21. Получается, тебе тоже, дай бог, здоровья. Успевает, если я подвезу, и семье, да? Твоей, конечно. Давайте же тогда подвезем. И за щедрый донат такой спасибо тоже большое. И там забирать не будем пока. Нет времени. Так, что нам нужно туда? Это, наверное, не будем просто так уже фидить. Вот это возьмем. Кстати, да, вот тут в чатике насчет вот этого лаза, с которого я найду место. Я думаю, я так и поступлю. Я не буду идти ни на какую, блядь, ни на какое болото, там ни крить, вот это вот безболотных юнитов особо искать какие-то приключения. Я лучше просто гунаром сейчас ТП-шность, да побегу вон туда. Хотя, конечно, я, получается, буду без ложков, мне по-хорошему нужно все-таки ГО пробить. Что ж такое? Тоже достаточно. Так. Хотя, стоп, со скоростью, с хостой... Ну, смотрите, ребят, все срастается как прямо вообще по-царски. По идее, вперед, я чародеев отдает, вперед. Легко бью. А, этот не ходил даже. Сейчас Кира тогда подтащит войско. Только кто его, блядь, это вернет? Ну, возможно, Ранду его плохо, и вернет надо, на крыльях, кто бежит просто. Героя. Наверное, так и стоит поступить. Он как раз сейчас на разгоне, сюда, на ангеле. Сюда. Тогда он и побежит вот сюда. Наверное, ангела одного я оставлю тогда в путешествие, в разведку. Чисто с дороги ГО, не ГО, а всякие мелкие шпану убивать. Я не знаю, куда хочет побежать. Этот посмотрим, ну, они может, все, по дороге все, что-нибудь прикольное найдут. Все наверх, короче, это в любом случае. Так, тут по-любому надо брать вот это. Возьмем сначала вот это. Потом это. Это. Еще успеваем сюда напасть, да? До арта на ХП мне не хватает еще, 160. Кроме колбы, еще одного кольца. Оно же там с кольцом вроде делается. Слышь, Кекс, а арт на 25% ХП делается из колбы, кольца, двух колец и колбы, да? Да. Справа от замка есть лаз. Не пугай посмотри меня. Посмотри. Да. Не надо. Ну, как видите, так, тут не хватает где-то 40, да, получается. Но я, блин, 40 не осилил. Ну, сейчас пока что, мне кажется, мне не резон идти за 40 вампиров, скляночкой. Хотя это еще плюс один ангел, между прочим. Но если пробивать архангелов, то... Так, это везет сюда, этот везет сюда. Архидьяволов, это берет, точнее. Сюда, блядь, этот везет такая сюда, боль. Этот довозит сюда, сюда. Вообще все идеально. У меня, конечно, уток до хера. В принципе, хотя... Yeah. Тамика может, в принципе, как раз чилики закачаю. Чилики в чате говорят, что справа от замка есть земля. Дай бог здоровья, чмок в пузико. Добрать-то да, нечего. Да, спасибо, блин, большое. Так оно и есть все. Ладно, все туда бежим. Надо было только посетить, наверное. У нас еще 1200, блин, это много. Вот. Просто, ну, так не хочется. Форт, потому что мне нечего грейдить. В хоте форт вот грейдит юнитов только до тир 5. Хотя это важнее.
А 150 получается. 250, 300, 400, 500. 500. 500 мул просто так просру. Нет, это надо что-то сделать. Что-то полезное. О! О! Вот так нормально. Так, и время подходит вот для этой штуки. Короче, в очко это болото. Потом вот эту сделаем, когда возьмем. Блять, ну нельзя, нету такого в очко болота. Надеюсь, надо, чтобы ложки бегали нормально. Только в один ход, по-хорошему, по идее, я не успеваю взять портал, склянку портал и армию перекинуть. Или успеваю? Нет, по идее, если выкуплю героя, так, успеваю. Так, следующий ход еще немного золотишко найти. Выкупаю героя. Да, все хорошо, все сходится. Так, блять, госуход сейчас будет. Готов, Кекс? Долгий вообще или супер быстрый? Ну, вроде не долгий, но госуход. Почему психи не грейжены? Потому что 40 психов не так легко загрейдить, чуваки. Поэтому я иду брать утоп, чтобы загрейдить мои 40 психов. Сет Огра будет в next патче. А, его убирали, что ли? Я просто видел видос на ютубе, там был сет Огра. Если чё. Так, ну вот этот лох у нас, получается, заберет вот это. Хотя это, блин, это все равно ей надо брать. Ты уже пользуешься, Андрей, вот этой госу-темой? Когда у тебя, ну, один мейн, а второй полумейн такой, ты его потом разбиваешь в центр, и он в центре тоже бегает, типа, с логой там. Ну, если бы мне можно было бы в центре побегать, я бы сразу с такой... Ай, блин, точно, я забыл. А что ты респ свой почистить не хочешь еще? Или ну, там все... Весь уже как попка младенца. В next патче еще будет, что целые сеты могут валяться на земле за охраной. Лол. Прикинь, Андрей? Угу. То есть, когда бежишь, какой-нибудь альянс ангелов лежит за минотаврами. Не, ну там должна быть очень жесткая охрана, потому что любой сет, я считаю, лучше любого одного артефакта. Даже, ну, не любой, конечно, любой из боевых. Тот же бочонок маны, например, это как релик. Даже, наверное, лучше. Потому что он, ну, что такое плюс 6 статов, если ты можешь ману каждый ход полностью пополнять. ТТП двоеточие слэш слэш с тем чему не ты точка чем слэш. Так, этих мы выгрузим. 7-6-5-6-1-1-9-8-0-7-7-4-0-3-0-7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 
Секундочку. Мне надо вот это вот взять. И вот это вот. Про сборные вещи это неправда. А-а-а. Потише, кекса. И серая Милюха вернут. Не знаю, пофиксят или нет, но вернут, типа. Смотри, не проеби игру, как обычно. Лучше бы Галтрана вернули, блин. За некробу поиграть можно было. Кстати, скоро можно будет рынок чекнуть. Скоро месяц. Thank you.
Не, ребят, это я не пойду забирать. Надо слишком юзлос и слишком далеко. Еще один циклопник не помешал бы. ГМ-5 поставить. Так, что? Понеслось. Книга воды. Блять, такое, конечно. А кстати, мы можем же. Ну хотя бы можно дальше в центре что-то почистить. А, вот, кстати, как раз. Склад. Так, у нас в запасе ёбков получается 200 мулов. Тут нету такого. Так. Теодоро. Кстати, как вариант взять... Блин, ну так, наверное, и нужно сделать. Не ГМ отстраивать на эти ресурсы, а поставить портал славы. Бам! Так. Чтобы... Это идет сюда тогда. Ну, да? Блин, количество ангелов там будет зашкаливать. Просто плюс 3 ангела. Это 4 ангела. Тогда делаем, как там, задумывали. Короче, изначально обосраться, сколько их будет. Если еще в архов я смогу выйти, но это утопки нужны какие-то, то вообще шоколадка. Конфетка, точнее. Шоколадка не очень.
Ты там, если рассказываешь что-то замьюченное, ты мне скажи, чтобы я не это не перебивал. Ну это как, я каждый раз, когда что-то говорю, типа буду говорить, так плохо это поступать. Так, ну как-то так сделаем. Хотя, скрипя сердцем, я это делаю, но надо. Это бесполезно. Ну все, вот так как-то. Так, бежим сюда. Выходим. Бежим сюда. Хиромайт, я искал уже, нет там никого с разведкой, к сожалению. Блин, у меня как-то раз был герой со специальностью разведка, так, прокачанный где-то левел до 10-го. Он просто как, блядь, обзорка бегает. Вот мне бы сейчас такой не помешал чисто здесь вот пробежаться, еще весь центр увидеть, пешком бегать. Да даже вот этому товарищу Гунару вместо магии воздуха я бы с радостью разведку взял. Гысы на лол. Так. Бежим сюда. И пошло-поехало. Это убираем, это даем. Так, вот как-то так. На одном. Так я вроде только что почекал, по-моему, нет. Вот тут, да. А, вот, Аннабель как раз. Она туда подбегает потихонечку. Сейчас как бы у меня еще там этот самый мистер Вокел, значит, с экспертной некромантией и ангелом просто врывается в болото это сраное и выходит оттуда с 2000 скелетов очень скоро. Блять, кстати, ему надо было... На, и ошибка очень неприятная. Плащик-то надо было отдать. Сука. Это типа вроде мелочь, но на самом деле ни хрена это не мелочь. Так у него 15%, с усилком 20%. Так было бы 25%. 20 и 25% разница очень существенная. Хотя, возможно, до этих скелетиков дело-то и не дойдет особо. Посмотрим. Сейчас я дальше просто Гунаром буду бегать по центру, искать утопки. Это, наверное, единственное, что у меня есть. Как мясо рыцаря отдавать, если что там, блядь, похер. В архов надо выходить. Тут, блин, солидное количество их может получиться. С тремя-то, блин, порталами. Это по-хорошему 6, 7 и плюс 8 ангелов еще. Если поставить архов, их загрейдить, то... 15 архов, это, я не знаю, мне кажется, не убить. Да, понятное дело, я вместо стрелы сейчас поставлю... Положу воду. Хаст, по идее, тоже у меня в книжке есть. По-моему, он в гейме тут. Да, так что... Водичку я поставлю. Правда, что она мне дает? Призыв элементаля воды. Она мне дает, как минимум. Фантастическая способность. Молитву смогу накладывать на одного персонажа. В общем, весело будет.
А, ну, кстати, я сейчас у топки со сферой буду намного проще забирать. Намного проще буду забирать. Там потери минимальны будут. Там их, возможно, даже... Не, ну, стоп. Рыцаря-то одного, наверное, сгрызут. Красные. Ну, смотря какая, на самом деле. Какую-нибудь огромную топу, понятное дело, я подсолью немного. А маленькую вообще без проблем. Одного рыцаря, может быть, ноль даже отдам. Так, быстро ходим, Кирилл. Отлично. Побегал, блядь. Так, ладно, смотрим, что у Гунара тут будет. Вступить в бой, конечно. Ай, блядь, уроды. Коня дам. Сейчас я хочу коня отдавать. По-моему, нет. Опа, вот и дорожка. Говняная. Ну, на почти что есть на ангелов. Чего не охраняют? Hello. О, это может быть, кстати, свиток контроля. Поехали. Еще, наверное, лучше вот так вот сделать. Сейчас будет минуточка охуительной защиты. Утка. Ну, как и говорил, у меня автобой примерно получается 2-3. Ну, там, блин, 50 на 50, кстати говоря. Давай. Рибука. Блять, а тут больше вообще. Ладно. Понял, не дурак. Вот. Ёб твою мать, у меня здесь проход был. Здорово. Так много-то.
Так, это уже поинтереснее. Еще по ангелам. Немного не хватает. Ладно, счет. В бабос выходим. Следующим ходом все равно поставлю, по идее. А, ты же еще можешь ходить, дружочек. Так, стандартный разгон, разгон на монахи. Хотя можешь всех взять. Да, ребят, давайте, не стесняйтесь. А вот туда нужно было давно забежать, уже за золотом. Еще улик я проебал. Так, ну что, ГМ 5 тогда я не буду ставить. Да. Так, я здесь. Я здесь, я готов к свершениям. Так. Так, так, так. Так, сука. Так и хотел. Блин, у меня вот эта привычка, я еще помню, с покера она была плохая, вредная. Так, ладно, замечу сам, Дима, что пошел. Не, я не говорил ничего, Кекс, если шо. А, ну все тогда. Ну тогда, тогда все, да. Блин, оказывается, да, что у меня был проход, но что-то так по-ебански все получилось. Короче, да. Так. Теперь вопрос, что? Ну тут понятно, тут. Блин, не того ударил. Так, кто самый опасный получается? Этот. Этот ударит этого, и этот выстрелит. Черт. Завязывайте. Так, дубль 2. Блин, конечно, отсутствие дороги мне нормально так обосрало. Блин, вот это надо было не брать, наверное. В следующий раз не возьму. Так, нельзя бить. Нельзя бить. Слушай, Кекс, еще я предложил бы на самом деле скоро засейвиться, если это будет дальше идти. Потому что я еще обещал Жарану в лес поиграть. Mm-hmm. Ну давай засейвимся тогда, что делать-то. Сейчас. Я спрошу у него вообще, готов ли он или нет.
правильно, много. Ай, так, Кирилл, соберись. Андрей, на тебя Георгий обиделся. Он тебя ждал в лесу, а ты? Блин, ну чё ж поделаешь, как мне разорваться-то? Так. Это вот так вот, это так. Сейчас вот, будем извиняться, так. Значит. Подарочки это, там, кстати, какие-нибудь и так далее. Раз, вот. Или можно сделать рейд в чат к Жоре с этими самыми... с криками «Прости его, прости его». Это бы точно сработало, если бы он был бы тёлкой. Но так не факт, далеко не факт. Вот, кстати, ссылка в чай, если что. Хорошо, хорошо, ребята. Так, ну что там Жора сказал? Пока молчит. Ну давай там я похожу еще, или что ты ходишь еще? Да я пока хожу, как бы. Ну ходи, ходи. Так. Блин, как же я встал удобно. Вообще, теоретически, эта игра может затянуться, потому что вот лично у меня, допустим, дел всяких много в этой игре может быть. Мне, если честно, по-хорошему тут торопиться некуда. Что-то много интересного нашел, так понял. Ну, как бы сказать. Мне просто нужно кое-что поставить, кое-кого выкупить, утопки там поискать, еще понаходить всякие. Так. Так, этот бежит сюда тогда. Ну вот это то, что надо, ребят. И с этим мы уже можем вот это. Так, тут собираем. Тут надо всеми бежать сюда. Так, ты кто? Ты без мулов.
из мобов, тогда не выеживайся. Это надо. Теодора берет, берет. Берет, берет, бежит. Так. Так, ну все. А, нет, стоп, кто? Кто? Кто этот? А, на, он не страшный. Ну, как-то так. Это бы тоже хотел взять, ребят, но это опасно, это опасно. Но возьмем. Вот с этим вообще иди. Дред зашел к другому игроку, не пробив его ГО. Андрей, это правда? Нет. Забаньте лжеца. Казните. А, да, ну видите, я же говорил, что этот тройной вот здесь был. Тройничок. С этим, кстати, можно даже вот сюда идти сразу. Но единственная проблема, что не очень удобно это будет. Но это вы представляете вообще? Так, сейчас, секунду. Короче, кекс, что, я дохожу, тогда сейвлю? Ну давай. Обидно. Я тоже тогда засейвлю. Потом доиграем. Что поделаешь? Ну ладно. Или могу я доходить засейвить тоже. Ты же пойдешь уже, а я красный, я могу сходить. Следующий ход. Что, блять? Ну завтра в это же время, я подозреваю.
Ну да. Я думаю, так и есть. Хуйню сделал в попыхах. Такс, ну чё, Кекс, я пропускаю и ливаю, или как мы поступаем? Я могу оставить, и ты походишь, засейвишь, и это самое. Да, давай, Андрей, оставь, чтобы наверняка сейчас схожу, засейвлю, и усё. Спасибо за игру. Окей, тогда, тебе тоже спасибо, давай, до завтра. Ты можешь, давай, завтра в это же время примерно, или чё? Да, да. Давай. Всё, давай, счастливо. Давай, я пошёл нападать на тебя. Давай. Блин, ну на самом деле у меня там, в принципе, все ништячок. Мне нравится. То есть, в следующей неделе я скупаю доебени Матери Ангелов. К сожалению, Архов пока не видится. Также, наверное, Инферно еще отобью. Не знаю, может туда съездить, посмотреть, что там происходит. Или же вниз по дороге. Ну, я могу нарваться на кекс. А я уже, кстати, не очень хочу. У меня появился ТП. У меня, в принципе, второй фронт есть неплохой, вот эти вот 15 вампиров, они нормально зашли. Вот, по итогу я просто могу бегать и кайфовать. Сейчас возьму тут опять же болотную местность. Ну, все упирается в утопки. Вот тут одна есть, это здорово. Плюс ДД еще нужно найти, а так все вообще нормально. А, ну я, короче, да, отлично показывал без экрана. В общем, дорогие друзья, все, сейчас переходим в... Этот самый. В лес. Пока трехминутная рекламная пауза. И поедем. Forest. Соответственно, Жоре позвоню. Да, и, конечно же, спасибо, ребят, тем, кто поддерживает канал. А последними были Снежок, Вовикью, Нитро. Нитрон. Стоп, нет, Нитро, НВСК, Новороссийск.
Спасибо большое. Видео инфра 177 рублей. Нейв DC 22 сантиметра. Спасибо огромное. Вот, все. Звоним Жарану. Так, и в The Force заходим. Все, можно подрасслабиться, не думать ни хрена. У топу заберу обязательно тоже. Алло. Алло, здорово. У меня есть такой вопрос, Андрей. Андрей, ты меня слышишь? Да, сейчас, секунду. Да, я здесь, Жаран, какой вопрос? Какого хуя ты мне так рано звонил? Жаран, чтобы в лес пойти поиграть. Андрей, ну все нормальные люди в это время спят. Когда я тебя просил, блядь, Андрей, давай в стримы пораньше, блядь, начинать, я не думал, что ты воспримешь это так буквально, блядь. Ну, блядь, я как бы не знаю. Блин, там, кстати, момент, возможно, финала, не знаю, Кекс будет нападать, не будет нападать. Чё там у него? Мне кажется, если он нападёт... Пойду я себе кофе сделаю. Я думал, хоть ты извинишься, что ли, за это. Жаран, извини меня, Жор. Ну, заигрались. Жаран, ну, прости. Ну, это пиздец, Андрюх, блядь. Я понимаю, ну, извини, прости. Я и так, блядь, Макс Доши, 35 месяцев, спасибо большое тебе, огромнейшее, жирное спасибо. Так, водичка у меня там стоит, если шо. Бля, я чувствую, там Кирилл Армагеддоном каким-то будет ебурить. Ебать, там нормальные статы, 24 СП, там реально Армагеддон какой-нибудь пизданёт, так что я обосрусь. А мне угостить-то особо нечем его. Сейчас Кирилла набираю. Алло. Алло, да, Кекс. Ты же еще не ливнул? Нет, еще в игре. Так, ну я просто тебя увидел. Я как бы сейчас это думаю, что делать. Туда-сюда, может, нападу, туда-сюда. Ну, в общем, это... Ну, так ты давай сейчас это проанализируй, типа, нападешь, не нападешь, то, что мы, типа, уже собираемся. Да, я понимаю. Я поэтому сейчас это и хочу сделать. Армагеддончик хочешь расчехлить? Да я и без Армагеддона, мне кажется, справлюсь. Выгулить, так сказать. А уток не боишься? Уток? Угу. А ты статы мои видишь? По поводу уток, да? Подожди, ну-ка. Сейчас. Я смотрел, там что-то 24 СП. 22, 19, 24, 17. Так. Ладно, погнали. Так. Так, 110 манки. 60 уток, понятненько. 2 хп. Так, ладно, я сейчас тогда пока включу экран героев. Один скорости. Угу. На секундочку еще. Эй, 8 ангелов. Ангелов нормально, ангелов. Так. Блин, ну такое ответственное решение.
Конечно. 60 кубочек, 5 коней. Да можно кекс, на самом деле, просто, если ты сомневаешься, и тебя как-то под решение, типа, твое... У меня легкое решение, я просто, как бы, на сферу тебя проверяю, как бы, но не этим героем, к сожалению. Без книжки, вот, что ли? Мне надо, да, этот герой без книжки. Но я посмотрел тут кое-что, смотрю еще кое-что. Ага, этого тоже нету. Чекает, чекает Кирилл. Форест будет? Да, ребят, Форест будет. Я вообще думал, что мы уже закончили с героями, но тут, оказывается, Кирилл возле меня тусит прям рядом. И сейчас будет, по сути, все решаться. Да ладно. Будет ли драчка, не будет? Не хватает мувов? Один мув не хватает, чтобы еще одним героем забежать. Бывает такое, бывает. Блин, вечно у тебя циклопов отарава какая-то. Блин, просто... Так, слушай, а психах, когда грейдишь, они уязвимы к магии или нет? Нет. Неуязвимы, то есть полностью, найс. Да. Хороший юнит. У тебя Бриса мейн? Ну, я мейн еще не выбрал. Я понял. Блин, не добегаю, что делать? Один ход, блин, не добегаю. Как так? Я же... Я этим героем... А, ну я бы тогда... Блин, надо было этим чекать. Так, есть тактика. Экран пополам на две игры. Блядь, ну мы... Короче, сейчас закончим. Да, блин, ребят, тут дело в том, что еще... Я ж не могу ход закончить, потому что вдруг я нападу. А ты не это кого убил? Или ты только сюда пришел? Нет, только пришел. Ты у меня там... Фантастически, как обычно. Блин, я чуть-чуть не добегаю. Ну тогда драки, скорее всего, здесь сейчас не будет. А где, вот сколько мувов не хватает, интересно? 4 мува, походу, не хватает. Лол. Четыре мува не хватает. Мне кто-то говорил, что у меня есть 2 кольца на ХП, но это не так. У меня одно на скорость. На ХП нет кольца. Второго. Так что не надо мне тут. Так. Не, наверное, тогда не буду нападать. Сейчас пойдешь в Форест играть. Ну, значит, пойду. Ну что тогда, все, я уебываю. Так, да. Блять, еще немножечко скайп спалить, почему бы нет, забыл про эту хуйню. Ладно, тогда все, героев этот. Экран выключаю. Ну, экран выключаю, не закрываю, только сейчас я дохожу тогда. Нет. Я заебался с этими героями экран палить, это просто пиздос. Давай. Так, ну все, я тогда отрубаюсь, удачи вам, Форест. Спасибо, давай. Вообще, если у Кирилла был Армагеддон, есть подозрение, что он бы меня разъебал. Неплохо так. Хотя, ну, у меня есть прикольная фишечка. У меня есть телепорт. Если бы я телепортнул уток циклопом, там пизда. Они бы разъебали точно. Ну, конечно, все зависит от того, насколько хороша магия у Кирилла. Потому что если там есть какая-то импла, она же будет, блядь, под 2000 ебурить. Мне это не очень нравится.